Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music. Сегодня мы с вами послушаем Voyage 33 Blade Runner. Трачок выходил 19 марта, чуть-чуть мы опаздываем, ну, в целом нормально, да? Набрал трачок в голосовалочке последней, знаете, сколько процентов? 27%, это достаточно много, это в целом достаточно, да? Спасибо большое тем, кто голосовал, ссылочка на Telegram в описании. Вы тоже можете проголосовать в следующий раз, когда будет голосование. Также не забывайте про Twitch. На Твиче у нас тут ребята общаются, смотрят стримы, ругают меня, ненавидят меня. В общем, все как и на Ютубе. Можете все вот это сделать, да. В общем, продюсер у нас Ice Travel и Glory Case. Glory, этот бит как Glory Case, героина, слезь. Ну, Glory Case мы знаем, а вот Ice Travel мы тоже знаем. Сквор, про Voyage 33, Дроуси, Харики. Гитара Куру и Ван Вилл. В целом все знакомые люди. Знаем этого человечка. Трек на сагу не пойдет. Я так понимаю, не пойдет. Я думаю, это что-то другое. Хз, честно. Ну, тут есть как бы шарящие в чате. Вайкира и Вилочек. Это же не пойдет на сагу, да? Не пойдет. Ну все, тогда мы можем слушать абсолютно внимательно, спокойно думать, что это такое. Voyage 33, как всегда, безумно продуктивен. Блять, вот только недавно выпустил. Альбом, трек, блядь, еще трек, нахуй, до этого еще альбом, до этого, блядь, еще альбом, до этого, блядь, еще альбом, ты заеба... Клянись, нахуй, невозможно терпеть. У нас тут Blade Runner и Blade Runner Nightcore. Я думаю, кстати, Nightcore даже можно послушать. Посмотрим. Давайте послушаем трек, да, много процентов набрал. Посмотрим, что нам... Понимаете, как бы продуктивность — это не всегда качество, но у Voyage 33 чаще всего качество тоже есть, блядь. Так что, я думаю, мы можем начинать. Let's go. Glory Case очень охуенный ник. Мне нравится. Битов я мало у него слышал, но... Дал достаточно разнообразия, тут даже бит, даже бас какой-то 2020 года был. Очень много, ну, в общем, самобытно сделал Voyage 33, как он умеет, и охуенно разнообразие, то есть охуенно сделал. Куплет охуенный. Припев как будто стабильный. Клянись сейчас на Nightcore. А на Nightcore как, допустим? Припев на Nightcore, по-моему, пиздач. О, блядь. Голос очень подобный, да. Что
Я, кстати, не люблю студапы, но скорость хуйня, это охуенно вот это звучит. Охуенно. Блядь, бать охуенно. Вот это пизда сейчас звучит. На экспорт звучит пизда. Если что, копирка вторая может быть будет после аука. Ой, точнее до аука. Поэтому не сработает. Не сработает. Вторая копирка не будет в Мауэр Рекорд, значит третья. Ну, до Ука еще дожить бы. Блять, скоро апрель! Фрикти заскамил, что второй альбом будет Just Steely. Я не заскамил, эта хуйня не выиграла. В смысле, нет, почему? Нет, где я заскамил? Короче, согласитесь, что Найткор звучит пиздаче? А фан говорят, что ты героин под пузом прячешь. Кто вам это сказал? Кто вам это сказал? Не знаю такую информацию. Чё? Так, короче. Не знаю, Найткор пища. Давайте переслушаем еще раз оригинал. Смотрите, возможно, в чем проблема припева? Вот сейчас я попытаюсь сам понять. Интро хорошая. Короче, смотрите, в чем припев слабый. Реальный Rockstar Siege. Блин. Блять, ну-ка клянись. Рокстар сейчас погибает под бензом. Они ждут. Дальше пауза, блядь. Ждут от меня песен. Они все пиздят, я произвел декодинг песен. Блять, это очень хуёво звучит. Декодинг лишний. Потому что он поздно, да, начал? Короче, если бы он начал, вступил раньше, охуенно бы звучало. Реальный Rockstar сейчас погибает под бензом. Они ждут, ждут от меня песен. Они все пиздят, я произвел декодинг песен. Еще 16 лет идущий по лезвию. Вот было бы охуенно вот так. Это было бы охуенно. Он здесь вступает поздно, и декодинг слова просто становится лишним, блять. И таким образом нету целостности у припева, он становится полной хуйней, по моему мнению. Главное, что артисту нравится, а не тебе. Я не буду даже спорить, да? Бесполезно. Бесполезно просто объяснять что-то. Просто, если артисту нравится, мне... Ну, прям все, пизду. Короче, куплет в этом плане, наоборот, охуенный. То есть, возможно, тут тоже не совсем целостность, но... Это, наоборот, звучит охуенно, и ему только в лучшесть. То есть, вот это одно, это другое, это уже другое. Ну, в общем, очень, очень разнообразные куплеты, звучит пиздат. А вот припев, припев хуй знает. Но в Найткоре как будто еще похуй. В Найткоре, потому что не так много времени подходит, это не так руинит слух. Но в оригинале припев прям руина. Да, как-то так. В общем, ждем сагу. Надеюсь, что там нас не разочаруют. Предыдущий сингл «Все или ничего», да, был пизже. Вот, спасибо. В общем, надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то где-то поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.